3 сентября глава Одинцовского округа Андрей Иванов в рамках рабочего визита в Звенигород посетил предприятие компании «Анипласт», производителя водосливной арматуры, одного из лидеров своей отрасли. В его цехах работает более 300 сотрудников. Как рассказал глава муниципалитета, «Анипласт» успешно восстанавливает объемы производства после пандемии. Более того, планируется увеличение производственных мощностей, а значит и число рабочих мест.